Привет, меня зовут Леконцева Анна. Я основатель и идейный вдохновитель бренда Regrazer. Regrazer дает вторую жизнь вещам через проекты современных художников. В России люди живут стереотипами. Они не знают, что нормально и даже правильно покупать вещи бывшего потребления. Мы покупаем одежду только в секонд-хендах, не производим ничего нового, не загрязняем планету. Мы продвигаем тренд на осознанную жизнь, разумное потребление и индивидуальность. Качество наших вещей гарантируется еще и тем, что каждый из них дорабатывается профессиональной швеей. Химчистка нашей одежды – это важный этап рождения коллекции. Вещи подвергаются тщательной обработке специальным дезинфицирующим составом и стираются. Для меня никакой разницы нет, что это холст, что это рубашка. И там появляется творчество, появляется мой язык, мой художественный язык, которым я разговариваю с миром. Человек надевает на себя вещь, которую я сделала, и таким образом какой-то мой художественный посыл, какую-то мою искреннюю эмоцию выносит в мир, выносит ее в город. Мой диалог продолжается не с одной вещью, а со всеми, кто ее увидит. Мы также являемся первым в России Upcycle Marketplace. На нашем сайте выставляют на продажу свои товары качественные Upcycle эко-бренды.